Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto G84. И сейчас я вам покажу, как выйти из режима Fast Boot на этом телефоне. Итак, мы можем выйти из режима Fast Boot обратно в Recovery Mode, из которого мы попали в режим Fast Boot. Для этого нам нужно выбрать Enter Recovery. Используем для этого кнопку уменьшения громкости, для того, чтобы передвигаться. И подтверждаем выбор кнопкой блокировки. Таким образом мы возвращаемся в режим Recovery. Также мы можем перезагрузить наш телефон и вернуться к работе с ним. Давайте еще раз войдем в режим Fast Boot. И для того, чтобы перезагрузить телефон, нужно выбрать Reboot System Now. Подтверждаем кнопкой блокировки и ждем. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!